Так, друзья, у нас в продаже Nissan Patrol 2014 года выпуска с двигателем объемом 5,6 литров, полный привод, датчики парковки спереди и сзади, также камеры установлены спереди и сзади, электропривод крышки багажника, прицепное устройство, бесключевой доступ, кожаный салон, подогрев сидений заднего ряда, также климат-контроль, два монитора в подголовниках, автоматические электростеклоподъемники, электропривод сидений переднего ряда с памятью положения водительского кресла, омыватель фар, мультируль, круиз-контроль, драйв-мод, подогрев, вентиляция передних сидений, обогрев руля, монитор с мультимедией, навигацией, блютузом. Также автомобиль у нас с люком. Такой вот кабанчик.